Всем привет! Вы помните, что не так давно мы сняли ролик о новинке в нашей линейке шпатлевке Body 202 Цинк Плюс, которая гарантированно имеет адгезию к любому виду цинкового покрытия, в том числе и к сложным цинкам, такой, как, например, на детали Renault. Автомобили Renault, они, наверное, самые сложные. По использованию на них шпатлевки, далеко не все шпатлевки способны на таком цинке нормально высыхать и иметь адгезию. Мы специально в ролике для сравнения взяли еще две шпатлевки, которые по такому цинку работать не могут. И получили вопрос от одного из наших подписчиков. Он попросил сравнить со шпатлевкой Body 202 Цинк Плюс один из премиальных материалов, что мы и сделаем. Шпатлевка Body 202 Цинк Плюс будет сравниваться с уважаемой и уже долгое время существующей на рынке премиальной шпатлевкой. И мы оценим результат. Нанесем обе шпатлевки на оцинкованное покрытие автомобиля Renault. Сейчас оно шлифовано абразивом 120. И оценим адгезию по прошествии 30 минут. Знаю, какой будет результат по 202 шпатлевке, да, я в этом уверен. Если мы заметим какие-то отклонения, то продолжим тестировать там, в течение там, 45 минут, часа и последующего, пока шпатлевки не достигнут необходимой адгезии. Для смешивания шпатлевок мы воспользуемся весами. Не будем вам полностью показывать этот процесс, чтобы не растягивать ролик. Начинаем наносить одну и другую шпатлевку, после чего засекаем время. Сейчас наносится шпатлевка Body 202 Цинк Плюс. И наносим ниже вторую шпатлевку, с которой мы делаем сравнение. Для того, чтобы контролировать время, подписываем материалы, засекаем 30 минут, потому что некоторые шпатлевки, они на цинке высыхают, но делают это по прошествии часа, а то и двух. Нам интересно, чтобы шпатлевка на цинке у нас высыхала за то время, которое регламентировано производителем и указано на таре. 13.12, 13.15 у нас было нанесение. Ждем полчаса и начинаем шлифовать. 30 минут, отведенные на сушку, прошли, шпатлевки высохли, вот уже сверху они абсолютно сухие, кстати, обе не липкие. Хороший показатель качества того, что шпатлевка не липкая. Начинаем шлифовать, буду снимать крупно. Резкость ждем. Вот, появилась. Смотрим, какой у нас получается переход. И пытаемся подцепить ногтем. Но это уже пройденный этап. Мы эту шпатлевку уже столько раз тестировали. Здесь я полностью уверен в результате. Шлифуем вторую шпатлевку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, и что же это? Так, по прошествии получаса вот эта шпатлевка абсолютно сырая. И попробуем также подцепить шпатлевку Body 202. Вот у меня это получается самым, только самым уголком шпателя. Ну, давайте вот так вот, что ли. Ну, очень это тяжело сделать. Прямо она вот так вот сверху сбривается, шпатель по ней проскальзывает, но саму шпатлевку не снять. Этот материал специальный, он рассчитан на это. Вот так вот. Отвердитель мы добавляли строго по пропорции
Но ситуация, тем не менее, она именно такая. Но поэтому ждем еще полчаса и тестируем материалы вновь. Вы знаете, мы были немножко шокированы результатом шпатлевки, которую мы взяли для сравнения. Поэтому решили себя еще раз проконтролировать. Добавили чуть больше отвердителя, где-то 3,5%, и наносим ее еще один раз. И через полчаса, когда мы будем делать повторное тестирование шпатлевок, которые нанесены у нас выше, мы оттестируем эту шпатлевку еще раз. Ну, цинк автомобиля Renault, как я уже и говорил, это самое коварное из всех покрытий, которые мне встречались в плане того, как высыхают на них шпатлевки. У нас прошел уже целый час с момента нанесения тех шпатлевок, которые мы наносили в начале, и более получаса с момента нанесения шпатлевки, которую мы еще раз нанесли для контроля. Продолжаем тестировать адгезию. На этой части у нас цинк уже практически удален, но вот мы видим цинк, здесь черный металл, здесь цинк прорезан до металла. Поэтому тут результат несколько лучше, но пробуем шпателем, и она у нас прекрасно снимается с цинкового покрытия. Ну и здесь я ее могу вот так вот подцепить ногтем. И через час шлифуем шпатлевки, которые мы наносили изначально. Вот таким вот образом это выглядит. Ну, на 202 еще полчаса назад с переходом все было нормально. Вот так вот выглядит переход на той шпатлевке, которую мы взяли для сравнения. Сейчас попробуем его подцепить. Вот здесь вот цинка более толстый слой, чем тут. Прошел час, ситуация улучшилась, шпатлевка подсохла, стала более твердой, но все равно нижний слой еще мягковат, но она дойдет, досохнет, но на это надо время. Чем хороша и интересна 202-я, тем, что она за отведенные полчаса уже высыхает на всю глубину, и в том месте, где она контактирует с цинком, она тоже просыхает очень хорошо и имеет хорошую адгезию. А тут мы еще можем, ну вот уже она, конечно, так не сдирается, как полчаса назад, но мы таким образом можем отслоить. Ну, наверное, на этом мы тестирование заканчиваем. То есть мы видим динамику, что идет время, шпатлевка отверждается в нижнем слое. Я думаю, пройдет еще где-то 30 минут, час, и с ней все будет хорошо. Появится адгезия, прекрасную ее можно будет зашлифовать. Но не будем мы это снимать, чтобы не затягивать ролик. Основную информацию вы получили. Каждый ролик мы снимаем для получения информации. Надеюсь, вы это понимаете, а не для того, чтобы очернить какой-то один материал, да, и превознести другой. Эта информация позволит сделать нам правильный выбор и не попасть в сложную ситуацию. Надеюсь, этот ролик сделал нас еще более опытными специалистами. Он позволит нам работать быстрее, качественнее и зарабатывать больше. Всем пока!